вами Машенька Чибисова и Live Dream Studio. Мы находимся в ресторане «Мариус», где проходит батл голосов номер 9. Идем скорее посмотрим, чем же отличается 8-й и предыдущий батл голосов от 9-го. И что же приготовили нам Светлана Козлова и Леомар? Вперед! Послушай, ну открой глаза свои и уши. У него ты бледная, у меня вселенная. Меня зовут Вика, я певица, участвую в проекте «Батл голосов» в первый раз. Жду много эмоций, веселья, познакомиться с интересными людьми. И рассчитываю на победу в своей категории. Я люблю «Батл голосов». Через мой личный фейс-контроль и дресс-код, да. И также просьба выключить звук на мобильных телефонах. Ну, расскажите, что сегодня вы тут делаете в субботний вечер? Как обычно, в субботний вечер меня пригласили посмотреть на прекрасных ребят, которые занимаются правильным делом. Это каким? Поют, танцуют, все, что хотят. Друзья, и вновь Павел Соколов на сцене. На сцене «Батл голосов». Презентовать что-нибудь будет победителям? Ну, можно будет десочек подарить свой. Будете нам сегодня исполнять свои хиты? Ну, попробуем. Какие в фаворе нынче? Мои хиты, да. Верная моя. В первую очередь, знаете, наверное, да? Да, конечно. Дай бог. Ребятки, будьте здоровы, не останавливайтесь на своем достигнутом там первом, втором, третьем месте. С вами был Павел Соколов. Спасибо большое! В чем отличие? Главный вопрос сегодняшнего вечера. 9-го батла. Отличие, что поначалу как-то мне показалось не очень сильный состав сегодня, да? Заслуженный артист Российской Федерации, экс-солистка имени Александрова Дмитрий Быков! Это только поначалу, потому что раскочегарилось, и вот сейчас прям, видимо, апогей. Подожди, мне надо убегать, но очень интересные конкурсанты сейчас. А куда вы убегаете? У меня репетиция мюзикла, которая будет в цирке чудес в Кунцево, компания «Айвенго», «Волшебный подарок Деда Мороза». Это будет уникальное такое сочетание. Там им будет и иллюзионист, и акробаты, и певцы. То есть это такой прям, естественно, я. Вот это? Я папа. Отец. Дмитрий Быков. Мы продолжаем жюри «Это Юга».
талантливой звезде. Как тебя зовут? Полина. Я хочу передать микрофон с вопросом, чего ты ожидаешь от батла голосов? Здравствуйте, меня зовут Сёма, и я лично ожидаю того, что просто выступить, как бы показать себя, на что ты способен, все-таки столько заниматься и отдать столько сил, чтобы показать, на что ты способен. Вот. Чем отличается 8-й и 9-й батл голосов? Он отличается прежде всего местом проведения. Во-первых, во-вторых, отличается тем, что есть новые участники сегодня. Я должен вернуться сейчас на сцену, но я с удовольствием с вами еще пообщаюсь, если вы мне возьмете свою команду, обещаете. Конечно. Передаю этот микрофон с вопросом, что вы ожидаете от батл голосов? Конечно же, нашей замечательной Алине. Я ожидаю от батл голосов много эмоций. Ты нас снимать, ну серьезно. Тихо. Я так люблю Москву. Я передаю микрофон многоуважаемой Светлане Йорге. Хочу узнать результаты. Я жду от батл голосов новых знакомств. Я передаю микрофон Соне. Меня зовут Бучина Соня, и я хочу задать вопрос, какая же песня тебе понравилась больше? Я хочу задать вопрос Нике. Ну, мне очень понравилось, как исполняла Наташа Солнцева песню «Кружева». Вокальная эстрадная студия «Каприз». Мы любим батл голосов 9. Так что, друзья, пусть вас видит удача, будет любовь. Сегодня принимают участие, как и всегда, да, с разных городов. Но сегодня у нас очень много солистов из города Ярославль. У нас солисты из Санкт-Петербурга, у нас солист из города Владимир, да, Москва. Как бы очень многие интересные новые лица. Начнем с того, что отличается 8-й батл от 9-го новыми лицами. То есть новые пришли именно конкурсанты, которых мы видим впервые. И нам приятно очень, когда, да, находятся новые конкурсанты, которые показывают свое мастерство. И, конечно же, вообще у нас кардинально изменилось то, что у нас состав членов жюри сегодня совсем другой. Присутствует очень нежные. Она на хвостик на бар. Когда на душе стало. Что вы сегодня пели? Я сегодня исполнил песню из репертуара Элвиса Пресли «I can help falling in love». Маленький припев нам на камеру. Сможешь? Wise men say, only fools rush in, but I can love with you. Shall I stay? Would... С вами была Светлана Каспова, Леона и наш суперпроект «Ни на что не похожий», который идет ввысь. И благодаря, конечно же, нашим партнерам. Всем большое спасибо, Машеньку Чибисову.
Все получилось у нас, да? Клево. Батл голосов 9, можно сказать, закрыто. Добро пожаловать на батл голосов 10. Ваши слова 2017 года. Батл голосов 10! Уже в следующем году на платье голосов можем увидеть. Совсем ваше качественное Дрим Студио.